еще замечательная история любовная. Не его история, о чем и сетует. Замершей воды вдоль рыжего бульвара, где чистые пруды. Нет музыки на свете, пожалуй, 3 часа. Набегавшись, как дети, уснули голоса. И тихо над водою в бесшумнейшем раю танцуют эти двое под музыку свою. Нежна, как тишина, она не раздается, но все-таки слышна. И музыкой захвачен, седой фонарь грустит, как будто одуванчик вот-вот и облетит. Солдат с короткой стрижкой и примой на губе, он кажется мальчишкой, но только не себе. Девчонка ненарядна, на ней не кружева, а куртка строй отряда кострами прожжена. На ней сидит не тяжко, не притеняя взгляд, солдатская фуражка, но козырьком назад. Рукой обвила шею, немножечко стыдя. Да ты не бойся, Женя, я буду ждать тебя. Воды набравши в рот, фуражку ей поправил, чтоб козырьком вперед. И, вздрогнувши от боли, окурок свой жуя, вздохнул я поневоле, что Женя, да не я. Ну что ж ты, глядя на ночь, как будто свет не мил, Евгений Александрович так шибко задымил. На свете злого много, но столько доброты, и есть всегда дорога на чистые пруды. На свете злого много, но столько доброты, и есть всегда дорога на чистые пруды. Что значит пораженье, когда звучит любя? Да ты не бойся, Женя, я буду ждать тебя. Лет ту девушку, которой 19.